Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Малорама, здесь мы обсуждаем турецкие сериалы, а также шоу-бизнес. Мехримах возвращается. Последние новости о Пелин Карахан. Турецкая актриса Пелин Карахан возвращается на телеэкраны. После небольшого перерыва в карьере звезда великолепного века, исполнившая роль Мехримах Султан, решила отдохнуть в Бодруме. Подумала о новых фильмах и третьем ребенке. Обо всем этом в свежих новостях о турецкой знаменитости. В распоряжении издания CNN Turk оказались фотографии Пелин Карахан, отдыхающей с семьей в Бодруме. Позже появилась информация, что семья Карахан переехала на летний период в купленный в Бодруме дом. Причем, по словам актрисы, ее муж и дети были счастливы переезду и проживанию летом в новом домике на берегу моря. А вот двухлетие ее сына Джана прошло с более широким размахом. Так, день рождения было разделено на две части. Детское мероприятие прошло в кругу семьи, с чем Пелин поделилась в Инстаграме, а вот взрослая вечеринка в ресторане Стамбула. После праздника актриса заявила, что не прочь завести и третьего ребенка, если ее муж Бедри Гюнтай согласится. Однако популярные продюсеры уже предостерегли ее от этого, так как рождение третьего ребенка может привести к окончанию карьеры в целом и потере потенциальных возможностей в съемках. Напомним, что в интервью телеканалу Yukankas Пелин заявила о чистке сценария нового сериала, какого именно бывшая Мехримах Султан не уточнила. Однако уже понятно, что после летнего отдыха она будет готова сняться в новом сериале, в каком покажет время и турецкие телеканалы. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!